у вас напечение это, заряда там происходит, да? До каких пор у вас 50, а там порядка 60 циклов, да, был, ну, в самом начале? А вот дальше что? Он вообще только остается таким же все время? Ну, на самом деле даже может немножко спадать, оно зависит от разных условий. Дело в том, что мы не можем однозначно трактовать, но в принципе... При глубоком восстановлении там уже начинаются процессы, которые завязаны на... Ну, то есть он все время растет, понимаете, там цикл к циклу начинает саморазряд работать. Там всякие такие эффекты, которые как бы паразитные емкости. Нам их, чтобы получить точную картину, нам, конечно, нужно серьезно подумать над этим делом. Я, кстати, забыл сказать одну важную деталь здесь. Сейчас я буквально вкратце скажу. Дело в том, что получая вот эту величину в клонах, я забыл сравнить ее с теоретически возможной. Вот это важная часть. Если мы возьмем теоретически возможную величину, это величина порядка 4000 кулон на грамм при восстановлении. Тут, конечно, нужно задавать картину, сколько у нас таких групп, сколько таких групп. Но если какую-то примерную оценку брать для С2О, как такого там о 1,5 электрона на кислород, примерно, так сказать, накидывать, да, то есть мы там массу там. Воды, которая может там содержаться в том оксиде графена, который мы брали. Да? То есть вы не достигаете? Мы не достигаем, я говорю, что это частичное восстановление, явно очень, ну, половину будем считать где-то кислорода мы удаляем.